Саша Белый, это ты? Ну Признайся. я же тебе сказал, я. Да. Смотри, он что-то пи... Саша Белый, это ты? Ты Ольгу спас? У тебя пластинку заело. У тебя нормально есть что? Вопросы? Да ты можешь микрофон к рту прислонить немножко? Нет, не могу, у меня микрофон хороший. Нет, не можешь. Да, это грустно. Ну так-то ты Саша Белый? Да, я ж тебе ответил. Хорошо, отлично. Как Ольга? Как Ольга? Ну, нормально, привет тебе передавала. Нормально. А сын как вообще растет? Да понемножку. Ну там фильм снимали на фоне сына. Как вообще он? Нормально адаптировался к роли? Ну, в принципе, да. Ну, в принципе, ну... Ну, как бы вообще оценили фильм Очкова, если честно. Я не хочу нагнетать, но фильм негативно сложился во всей этой сфере киноиндустрии, так сказать. Ну, возможно, что вы думаете? А как вас зовут, я извиняюсь? Ну, ты же сам определил. Саша Белый. Да, это точно, да. Да, правду говорите. Потому что, ну, завтра мы едем на Каннский фестиваль, и нужно как-нибудь охарактеризовать. Да, представляете, завис немножко. Ничего, ну, бывает. Спайсы они такие, как говорится. Понятно. На Каннском фестивале они все везде. Немного сушат мозг. Да. Ну, хорошо. Удачи вам в поездке. Тролик зачетный. Ну, и вам. Завтра встретимся. Тролик всего зачетный. Доброго. Что, ты стример, брат? Не стрим. Так просто ищу. А что? Кого ищешь? Контент ищу. Ну, пой Контент? Песенку. Пой песенку до конца. Это она прикольная. Так давай, я начал, а ты продолжай. Ну так, что, если батька наш Бандера, Украина мать, значит, Бандера имел Украину во это самое, вот так, да, получается? Не мать, а мать, блядь, дурочка. Ну я ж на вашей мове с акцентом говорю, хоть я ее в школе изучал, я ее понимаю. Не важно. Да, я... Ты, наверное, даже в школе не был. Ну, считай, что не было. Ну, я так и понял. Да. У тебя нормальные вопросы есть, Афиня? Ну, задавай. У тебя есть нормальные вопросы? Ты откуда приехал? Откуда приехал в Германию? У меня тебе вопросов нет. Откуда в Германию приехал? С какого города? В смысле в Германии? Ну, ты в Германии же находишься? Нет. А где? В Днепре. Днепре? А чё ж на мове говорите? Я думал, ты с Ривна или там с Луцка. Или с Ривном? Да, с Ривна. А шо, в Днепре не говорят украинскую, чи шо? Ну, мало говорят. Ну, бывает, какой-то процент можно говорить, да. Не все говорят. Да. И на украинскую, и на русскую. Ну, я понял. Ну, я понимаю, что знают мову. А куда ты дивишься? Чего ты так дивишься, а не сюда? Потому что у меня камера в другом месте, а экран-то внешний. А у тебя два монитора, типа, да? Да, типа даже больше, да. А, типа три монитора? Да, типа три монитора. Трика... А, ну ты типа вообще гамптер, да? Да, типа того. Я понял. Ну ты серьезный тип. Ну серьезно. Я с тобой лучше не шутить, да? Почему? Можешь пошутить. Я люблю троллинг. Хорошо, я понял. Ну, я понял, хорошо. Ну ладно, давай успех. Недолго музыка играла, недолго рая танцевал. Одно закрыл за отсутствием состава, другое за отсутствием событий, остальные подшиваются. А ваше? Все хорошо, наше. Рад за вас. На какие темы беседуете в рулетке? Может, вопросы интересные есть? Ну, с украинцами обычно о политике, о войне. Ну и что они вам отвечают? На вопрос, какие им задаете? По политике, по войне. А вы разбираетесь в войнах? Немножко.
Немножко. Когда началась Первая мировая война, например? Первая мировая война – история, а не политика. Ну хорошо, задавайте по политике вопрос, я отвечу, если что. Вы имели в виду Первая мировая, которая 1917-м началась? Нет, она началась в 1914-м. О, 14-м, да, и до 19-го, по-моему. До 18-го. Ну какие у вас вопросы по политике есть? Задавайте. Ну как вы относитесь к Зеленскому? К Зеленскому? Ну. Подонок полнейший. Согласен. А что для вас, вот у вас, по-моему, сколько было? 5 или 6 президентов Украины? Ой, у вас президент самый нормальный. Да не было нормально. Уже с в течение. Кучма более-менее был. Да, за последние, вот после 1917 года, только 19-й год был нормальным. 1919 год был нормальным. Ага. А остальное все под оккупацией. Под оккупацией. А чем вам Зеленский не нравится? Ну, потому что, можешь погуглить, он когда приехал в Харьков 4 месяца назад, он Харькову показал на восстановление Дулю, а каким-то киевским ебеням, типа Бучи, Ирпеня и Гостомеля, выделил 650 миллионов. Черниговской области 350, Сумской 250, а Харькову Дулю показал. Вот поэтому подонок. Ну а чем закончится война на Украине? Ну, я надеюсь, что Харьковская и Запорожская область освободится от Украины, чтобы был прямой коридор на Крым, как вот при СССР было, при империи было, через Курск, Белгород, Харьков, Запорожье, Мелитополь, Джанкой. Прямой ход, без всяких этих мостов разных. Я надеюсь, что так будет. Наверное, зря жалел Деникин хама. Чок решил Штирли, знаешь? Не люблю анекдоты. Они бессмысленные и не смешные. Бывает смешные, бывает со смыслом. Лет 10 назад я что-то понимал анекдоты, сейчас я не понимаю. Понятно. Интересный. Дрожишь? Нет, а ты? Иногда да. Ну, я имею в виду, сейчас не дрочу. Может, ты сейчас дома сидишь, дрочишь, рок не... Да, ну, я в гараже, блин. Ну, хорошо. А что, в гараже дрочить нельзя, что? Ну, ладно, есть нормальные вопросы? Ты в гараже дрочил, блин? Конечно. Тут мужики ходят, блин, увидят, блин, на нахуй. Ну, та ж дверь есть, и... закрылся и дрочи. Какие проблемы? Вот и что. Ну, ладно, есть у тебя нормальные вопросы? Ну так как ты, не дроча, придешь в Украину, будешь воевать? Зачем? Я приезжаю, да. Я приезжал в Украину до ковида каждый год, до 19-го года. Тебе плохо там было? Ну, как сказать, у меня квартира в Харькове. В Харькове хорошо, несмотря на то, что он в Украине, я бы так сформулировал. Подожди, в чем тут Харьков? Харьков это вообще русскоязычный город. Я тебе говорю, там, наверное, Киев, там, например, нахер мне бывать в вашем Киеве, в Виннице. У меня я в Харьков люблю, я в Харьков приезжаю. Тебя там унижали, убивали вам? Ну нет, но мову насаждали. Кто? Киевский режим, кто? Ну зачем ты врешь? Ты меня спросил, я тебе отвечаю, я не вру. Ты ж не бывал в Харькове. Для вас это естественно, вам и не нужно насаждать. Я в Харькове даже служил. Ты знаешь, когда был путч, я в Харькове как раз служил, бля. Вот во время путча, бля, я как раз был на улице Харькова, охранял. Путч это какой? 91-й год или... В 91-м году, да, я как раз служил в Харькове, блядь. И меня на улицу выкинули, бля, охранять улицы Харькова, бля, чтобы не было, блядь, это был какой-то пиздец. Я не мог понять, почему. Я был сержант, блядь. Просто обыкновенный сержант, блядь. Меня на улицу выкидывают, бери свое отделение, блядь, я замком взвода, блядь,
это самое, свой взвод, разделите на караулы там и прочее, а бери с собой, блядь, 12 человек, расставь его возле метро, туда прочее. А зачем, а что, никто ничего не говорит. А телевизор, блядь, мы даже не смотрели, тогда не было телевизора, ну, телефона. Ну я понял, прочее. Телевизор-то был, но вы не смотрели, и телефоны были. Ну, нам не давали его смотреть, блядь. Ну, я понял. И понял. Что происходит, тому прочее, мы выходили на улицу, смотрели, что происходит, что-то делает. Мы вышли на улицу с автоматами, стояли, охраняли. И ты мне сейчас рассказываешь, что в Харькове что-то происходит не так. Кто чего? Где? Мы тогда прикалывались. Я тогда что-то узнал и спрашивал у бабушки, это самое, мы стояли в метро Пролетарское, это конечная остановка харьковского метро, блядь. Ну, да. И был. Это самое, бабушка сказала, а что вы здесь делаете? Я говорю, а мы сейчас ждем. Оттуда, говорю, с России наступают, это самое, будут танки ехать. Бабулька, ты берешь автомат в свои руки? Бабулька, у меня с рук автомата выхватывала. Ну понятно, к чему ты это расскажешь? В 91-м не было насаждения мовы. Наоборот, в перестройку Харьков практически полностью очистился от мовы. Нормально там. Вам... А что там? Я в том плане, куда солнце светит? Куда солнце? Встает на востоке, заходит на западе. В окно сейчас светит, а что дальше? Ладно, у тебя нормальные вопросы есть? Да есть нормальные. Ну задавай. Че в очках? Солнце светит, ты же сам сказал. Твои в очках. Да куда же оно светит? В окно. Написано, дивися, я буду на вы. Ну. Хорошо? Без разницы. Да ну як це, я ж дивлюся, ну, явно вам... Давай, давай, как хочешь, да. Ну. Зараз в Україні темнота. Ну. Ви в очках. Да. Какого хера? Я не в Україні зараз. Как ты говоришь. Да светится, оно в Украине. У меня VPN стоит. Еще вопрос. Да, який VPN? Что? Вы камеру, блядь, вправо поверни. Зачем? Ну там окно и зараз. Ну вот окно, вот солнце светит, видишь? Что слепой. А, теперь бачу, конечно. Ну, да, вот. Все. Да вы продвинутый дед. В Канаде я. Классно. Мені б такого діда. Як вас звати? Олег мене зовут. Мене Ярик. Приїжджай. Самі скуда будете? Приїжджай, я тебе помогу. Да, ви вийшли бабки, я приїду. А, ти що бабки хочеш? Я тебе можу научити, як тут бабки зарабатывать, а ти ще бабки зарані хочеш. Хорошо, давай карточку вийшли. Да ні, не треба мені вашу карточку. Ну, твою карточку. Ти ж хочеш бабки. Дядя Олег, скільки вам років? А сколько даш? Я вам ничего давать не буду, вам дасть ваш паспорт. А, ну просто интересно, как ты думаешь, сколько мне років? Ну якби ви сиділи трошки поближче, може б я щось сказав. Ну так не важно, ти ж не сайт знаком, сколько років. Мой возраст старше тебя намного. Недолго музыка играла, недолго пока я танцевал. Садыгей. Нет. А откуда ты? Мелитополь. Ну тем более, с Мелитополя почему на мове говоришь? Ну тому що ви з України, щоб вам було більш зрозуміло. Ну я ж не украмовник. Що? Я не украмовник. Це що таке? Ну не понимаешь, ладно. Ладно, задавай вопрос, хоть на мове, хоть на русском. Повтори вопрос. Пиздули зашкварят или нет? Или нет? Ты что, стример, блогер или регуляр юзер? Регуляр. Понятно. Еще, ну, еще какие-нибудь вопросы у тебя есть? Я сюда зашел с целью социального вопроса узнать этот вопрос конкретно. Ну, если вы не можете на мне на него ответить, я пошел дальше. Ну я тебе ответил. Еще другие вопросы есть у тебя? Еще раз говорю, если вы не можете ответить на этот вопрос, я пошел дальше. Я тебе ответил на этот вопрос. Другой вопрос есть у тебя? Да. Задавай. Пиздули за это, шкварит или нет? Я ж тебе уже ответил. Ты повторяешь, у тебя пластинку заело. Хорошо, другой вопрос. Вы откуда?
Я из Харькова. Мне кажется, я вот это видел. Возможно. Все, вопросы иссякли? Знакомое лицо у вас? Ну, может быть. Вы во дворе в нарды играете? Нет. Нет. В домино? Ну, бывает, что в интернете поиграю. А во дворе не бывает? Нет, не бывает. Ну, а во двор выходите вообще? Выхожу. Конечно, на площадке вот это видео с вами. Ну, может быть, да, я ж не спорю. То есть мы, получается, с вами знакомы? Ну, будем знакомы. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русский это какой чей отвечает? Соединенные Штаты Америки, это федерация? Да. Вот, 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 лучше бы, чтобы меня судили по справедливому закону в относительно справедливости большинства народа. Ничего, ничего, в тюрьме тебя перевоспитают. Лет через 10 вернешься другим человеком. А западной, західної України немає. Західної немає, і восточної. Немає восточної України. Є одна Україна. Да, є. Де ви таке бачили? Східна Україна. Є схід України, є захід України, є східні області України. Є Республіка Кубань, яку окупували комуністи в 1918 році. А Воронеж не окупували комуністи? Ні, Воронеж передали. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, как его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хорош. Это русский был. Мы сделали украинским уголовным членом. Италец? Да. Да. Украина, которая создана группа коммунистического...